Правительство упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников. Соответствующее постановление подготовлено. Начиная с декабря этого года, они смогут дистанционно покупать билеты на поезда дальнего следования, с учетом положенной им скидки. Речь идет в том числе об инвалидах, участников Великой Отечественной войны, героях труда. Им больше не придется ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, который подтверждает льготу. Операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде через федеральные информационные системы. Покупка билетов станет гораздо удобнее и быстрее.